В этом вот проблема. Ну, проблема в кадрах в целом. То есть вот на начало маршрута, начало, когда он был организован, где-то было до 15 автобусов, на данный момент сейчас их 7. Работают они только в будничные дни, суббота, воскресенье, к сожалению. Нет возможности, так как переработка, водителей катастрофически не хватает. Выручка с маршрута едва вот хватает на погашение ГСМ, запчасти, зарплат водителей, ну и все вытекающие. Вот, пользуясь случаем, хочу пригласить к сотрудничеству на льготных условиях, то есть медики, стоянка, за наш счет, как бы. Здесь платить за это не надо будет. Свинцов договор мы не заключили, так как мы предложили 17 рублей за льготника при тарифе 23. Ну, при 11 рублях со срочкой платежа. Ну, просто мы финансово не тянем этот маршрут. Ну вот при таком количестве автобусов, 7-6, это 20 минут минимум. Интервал движения между автобусами. Люди выходят, стоят на остановке, по часу ждут, когда любимый четвертый автобус подойдет. Ну, как бы водитель в будни сообщает жителям. Сообщает. Вот водитель или ваша организация должна сообщить? Ну, организация через водителя.